В самом сердце Парижа, в российском духовно-культурном православном центре, открылась выставка народных художественных промыслов «Российский сувенир». Нашу страну представляют мастера из разных регионов страны – Карелии, Коми, Хакасии, Дагестана. В их числе и представители Чувашии – Татьяна Петрова, заслуженный художник Чувашской республики, и Ирина Меньшикова, директор Чувашского национального музея. Вот кадры, которые мы получили от участников выставки. Выставка включает в себя уникальные экспонаты. Каждый регион постарался так оформить свою часть экспозиции, чтобы стать узнаваемым даже для иностранного зрителя. Чувашия представлена в Париже старинной мужской и женской одеждой, головными уборами из фондов Чувашского национального музея. Кроме того, у посетителей выставки будет возможность познакомиться с традиционными украшениями. Посол России во Франции Александр Орлов лично приехал на открытие выставки. Изначально этот центр задумывался как дом России. А Россия – это очень многообразная, богатая страна, и поэтому мы хотели бы, чтобы здесь были представлены все наши регионы. Организатором экспозиции «Российский сувенир» выступило Министерство культуры Российской Федерации. Это первая выставка, которую проводит федеральное ведомство в центре на набережной Брандли в рамках Года культурного туризма «Россия-Франция-2017».